Сегодня мы расскажем вам о площадках форума «Ямалклик». В этом году они поделились на две категории – детские и взрослые. Мы ведь помним, что после форума в прошлом году вы очень просили добавить обучающую часть и для более зрелых личностей. Сказано, сделано. В стенах Новоуренгойского многопрофильного колледжа абсолютно всем было над чем подумать. Направление бренд-медиа Илья Никаноров – «Арти». Мне самой очень интересно. Пойдем. Посмотрим, что там на галерке. Привет. Здравствуйте. Как лекция? Отлично. Вы на последнюю парту сели, это чтобы прослушивать? Нет, мы просто вместе пришли сюда с техникума Госпомовского и хотим вместе пройти весь этот опыт. А так как группы разделились так, что мы не можем сесть вместе, мы решили занять задние парты, чтобы получить. То есть вам прекрасно слышно все равно? Да, прекрасно все слышно, прекрасно все видно. Видно, слышно и, главное, понятно. Бренд-медиа – это канал или паблик, который создают компании, чтобы привлечь новых клиентов и повысить интерес к бренду уже существующей аудитории. Прежде всего, мы с ребятами поговорили о том, как создать комьюнити вокруг бренда, то есть как повысить лояльность аудитории, чтобы они не только смотрели вас и замечали, но еще и следили прям, чтобы были готовы, например, поддержать ваш проект, например, в другой соцсети. А и второй момент, мы с ребятами рассмотрели нейросети, которые, возможно, будут полезны медийщикам. Бежим дальше, этажом ниже, воздух разряженный, ведь здесь целых 3 наставника. О чем же они поведают? Об основах журналистики, потому что без основ ни в каком деле, конечно, никуда. Исходные положения такой увлекательной науки, как журналистика, это, конечно, хорошо, но очень обширно. Вместить такой объем знаний в одну, пусть и весьма длинную лекцию, вряд ли возможно. Однако делегация спикеров из Ноябрьска к форуму готовилась и собрала самый полезный концентрат знаний по теме. Для начинающего журналиста самая классная школа – это школа радионовостей. Вот если ты научишься делать радионовости, значит, ты научишься делать все. Если ты научился переделать тексты в разговорный, да, садиться в микрофон и записывать, поставил речь, значит, у тебя все будет хорошо. В телевизионном журналистике. Неважно, где ты будешь потом себя проявлять. Привет, ребята. Привет. Ну как вам лекция? Очень интересно, очень информативно. А почему вы сидите на последней парте? Отсюда можно все более лучше обсудить друг с другом. Это правильный подход. Спикеру доверяй, а с соседями по парте перепроверяй. Примерно так же поступали и слушатели взрослого тренинга. Наталья Кандаурова, коуч-эксперт по нейролингвистическому программированию. Новоуренгойской публике она рассказала, как и куда нужно двигаться, если тебе кажется, что ты уже все знаешь, да и вообще самый умный. И тут-то с нашим спикером нашлись желающие поспорить. Выпить чашку кофе перед выходом. Это целевой день? 50-50. Нет, не целевое. Оно меня не приближает к тому, чтобы я оказалась здесь в нужное время. А кого-то пробуждает, если кофе... Слушайте, еще вот. Это ловушка, да. Да, дорогие, это ловушка. Абсолютно любая ситуация, жаркие споры, либо наоборот, там молчаливое какое-то вдумчивое согласие, да, это ровно то, что нужно именно этой аудитории в данный момент. Вот я убеждена, что если эти споры были порождены, то значит эти споры были нужны в этот момент, вот, либо другим людям, либо мне. А сразу после на растерзание к новоуренгойским думающим людям вышел Александр Ляльченко. Речь шла о позитивных манипуляциях. И тут, конечно, мы вам секретов раскрывать не станем. Слишком уж ценные знания. Но вернемся к нашим детишкам. Третий наставник форума – наша коллега Леся Приведен, мастер ораторского искусства, спикер, который вкладывает знания в светлые головы юных медийщиков второй год подряд. Как твоя лекция поменялась за год? В этом году в первую очередь ребят больше. Во вторую очередь те ребята, которые второй раз участвуют в форуме, выросли. Казалось бы, год прошел, они так поменялись, у них так поменялось мышление, речь, восприятие информации, вопросы поменялись. И из-за этого, конечно же, блок ораторского искусства перестроился. Если в прошлом году половину занятия я посвящала голосовой разминке, то в этом году мы чуть-чуть, 3-4 минуты говорим о голосе и как с ним работать, и дальше уже идем в построение речи. Привет, ребята! Здравствуйте! Как дела? У нас все хорошо. Как вам мастер-класс? На самом деле очень интересно, и наш спикер сейчас рассказывает о том, как быть оратором, как правильно
расположить к себе публику, и в нашей профессии, на самом деле, репортеров, журналистов это очень важно. Для затравочки на будущее покажем вам снова наших хедлайнеров. Но лишь мельком, чтобы вы с приятным волнением дождались нового репортажа. Совсем скоро все-все выдадим. Честное, Ямал-Кликовское. Юлия Шаркова, Павел Михайловский, Николай Александров, Антон Берестянский, Сергей Белых. Информационное агентство «Импульс Севера».